Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекий простор Земли. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано в этой жизни. Сам я понимаю, нужно разобраться в чем-то сейчас, когда очень действие подошло сейчас задание, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.